Трагедия в Лысковской больнице привела к настоящему социальному взрыву в маленьком городке. Напомню, в ноябре 22-летняя Алина Ведерникова погибла после простейшей операции по удалению камней из желчного пузыря. Родственники обвиняют врачей в халатности, так как те не заметили один из камней. После операции девушка 3 месяца мучилась от боли, но внимания на нее практически не обращали. В итоге она погибла. Но у Алины Ведерниковой остался грудной ребенок. Трагедия потрясла маленький городок настолько, что люди сегодня собрались на митинг, куда, кстати, пригласили и врачей. Мы готовы показать вам первые кадры с этого митинга. Я хочу задать вопрос главному врачу Басову. Вы вообще собираете без конца конференции раз в неделю? Вы там вообще о чем говорите? 2 раза. Вы знаете, сколько у вас хам? Дальше. Мне еще немножечко осталось. А что мне бояться? В смысле, я даже поклялась перед Богом, что я ни одного слова не наврала. Господь рассудит и все поставит на свои места. Это они должны бояться. Люди умирают, уже до детей, до молодых женщин дошло дело. Я своей вины 100% здесь не нахожу, потому что с нашей точки зрения, на нашем этапе, в нашей районной больнице было сделано все возможное, чтобы спасти эту жизнь. Меня очень возмущает хамство, скажем, и грубость в социальных сетях. Они уродопатологические. Я считаю, что это абсолютно совершенно недопустимо. И вот эти люди, которые так пишут, они должны быть каким-то образом тоже наказаны, а не только наказываться одни врачи. Страсти на самом митинге накалились до предела, и подробнее к этой теме мы вернемся в завтрашнем выпуске новостей.